Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но только информационный характер. Сегодняшнее видео по расширению X-Teaser. Он вчера стартовал, я установила расширение, записывала видео, как это делать. И сегодня я хочу проверить это расширение на вывод. Ну и заодно показать, как ставить свою рекламу. У меня на основном счете 2 рубля 51 копейка. Я привязала кошелек в личном кабинете. Payeer от 1 рубля. После, как вы пропишете платежный реквизит, куда будете его вводить, нажмете на вкладочку «Сохранить», вам на почту придет такое письмо: подтвердить привязку кошелька. Перейти по ссылочке. Переходите по ссылочке, и кошелек ваш привязан. Так, вывести. Вот основной счет. Payeer. Так, у меня на балансе 2,75. И я поставлю на вывод. 2. Точка. Ну, попробую целую сумму вывести. Вполне возможно, что придется ровную, без копеек. Сейчас проверим. Вывод. Страничка загружается. Так, что-то долго нагрузит. Выплата проведена успешно. Ставила 2,75, у меня списалась ровная сумма. Значит, ставим на вывод без копеек. Копейки на вывод не ставим. Переходим на Payeer. У меня 18 февраля. Сегодня у нас 20. Перезагружаю страничку. 20 февраля. Даже Payeer комиссию не взял. Так. Дата операции 20 февраля. Перевод выполнен. 2 рубля. Выплата номер 123 xteaser.ru. Все замечательно. Выплатил инстантом. Так. Теперь что я хочу вам показать, как ставить свою рекламу. Естественно, меня она интересует в первую очередь как рекламная платформа. Значит, нажимаем. Вот здесь рекламный счет, друзья. Нужно пополнить рекламный счет. Это касается только рекламодателей. Те, кто зарабатывает, ради бога, без вложений. Вот это ваш основной счет для вывода. А это только для рекламодателей. Давайте пополним. Я пополню на 50 рублей. Пополнить. Здесь у нас что? Здесь акция при пополнении от 100 рублей, фрикасса и Payeer. Сумма пополнения. Ставлю я 50. Вот Payeer. Оплатить. Перебрасывать на платежную систему. Выбираем, какая у нас валюта. Секундочку. Так, я рубли. Подтверждаю. Ну и далее по схеме. Я оплатила. Меня сейчас перебросят обратно в кабинет. Так, давайте вернемся сюда. Моя реклама. И на балансе у меня стало 50 рублей. Вот теперь я нажимаю добавить. Здесь можно добавить тизер, баннер и добавить посещение. Я буду добавлять баннер. У меня шикарный проект на предстарте, и я хочу проверить. Значит, друзья, смотрите. Здесь мы выбираем баннер. У меня 728/90. Адрес сайта. Ну, ссылка реферальная. Сейчас я поставлю. Ссылочку беру. Ой. Да что ты. Скопировать.
Копирую ссылочку, перехожу. Так, адрес сайта. Ставить, загрузить изображение. Баннер. Загружаем. Так, давай грузить быстрее. Так, зависло. Так, баннер мой. Ищем баннер. Вот мой баннер. Вот он встал, мой баннер. Видите? 1000 переходов, 30 рублей. Я закинула 50, потому что я хочу сделать чуть-чуть по-другому. Это на усмотрение. Вы можете за 30 рублей 1000 показов. Так, баннер мой стал, ссылочка. Так, теперь смотрите, вот без таймера 30 рублей. Я поставлю с таймером на 15 секунд 50 рублей. Здесь показов в минуту. Здесь вот я ставлю без изменений. Здесь показов в сутки 2, 3, 4. Можно поставить 5. Все равно здесь без изменений 50 у меня. А теперь смотрите, друзья, вот здесь галочка есть. Показывать рекламу тем, кто уже перешел по ней. Не надо показывать. Зачем? Если человеку зацепит, да, реклама, он и так перейдет. Значит, а теперь выбираем страны. Как здесь страну выбираем? Россия, Украина. Вот, в общем, здесь надо выбирать все. Хочу страны. Поставлю на паузу. Как бы и загружу все. Так, я загрузила все страны. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Молдавия, Латвия, Чехия, Германия, Армения, Азербайджан, Эстония, Литва, Киргизия, Грузия. Вот сколько стран. Так, показы в сутки 5. Я думаю, это достаточно. Показываем минуту 30 и 1000. Показов 50 рублей. Нажимаю добавить. Вот мой баннер. Все, я проверила, как бы все верно. Теперь добавить. Так. Добавить. Что мы делаем? Это действие у нас. Редактировать. Сбросить. Удалить. И теперь у меня вот на рекламном балансе 50 рублей. Я сюда вставляю 50. Нажимаю пополнить. Так, пополнить. Так. Баланс рекламы пополнен. Смотрите. Далее. Все. Здесь показов, переходов осталось. И проценты. Видите, внизу красненьким остановлен. Я нажимаю запустить. И все, у меня загорелось. Была красная точечка, стала зеленая. Работает. И все, моя реклама запущена. Вот таким вот образом. Давайте я перезагружу, посмотрим, есть у меня уже какие показы. Ага, переходов 2. Уже кто-то перешел. Показов 0. Осталось 1000. Вот. Что-то не понять. Ну да ладно. Вот таким вот образом мы добавляем свою рекламу. Абсолютно без вложений. Нам тизеры, пожалуйста, зарабатываем и выводим на Payeer от 1 рубля, на Kiwi и Яндекс от 5 рублей. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Платит инстантом. Буду продолжать мониторить периодически это расширение. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!